Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. И что я хочу сказать, основная сюжетная кампания завершена. Это, по-моему, прекрасно. Мы спасли этот мир от проникновения Мерунаса Дагона, или Дагона. Дагона, по-моему, более верно. И в итоге теперь мы можем выдохнуть и заниматься своими делами. Вы можете наблюдать картину, которую, наконец, я забрал и поставил у себя дома. Пусть стоит. Вполне себе неплохо, я считаю. Сейчас нам нужно починиться, и нас ждут новые приключения. Однажды и меня вела дорога приключений, однако. Но потом мне тортилом в колено. Не знаю, зачем я это сказал. Короче говоря, нужно починиться, потому что реально последняя битва меня серьезно помотала. Дрожащие острова. Насколько я знаю, это часть вообще... серии Elder Scrolls претендует чуть ли не на полноценную отдельную игру, потому что там отдельный материк, куча новых NPC, куча новых квестов, и отправиться туда сейчас будет очень интересным заданием. По крайней мере, я так считаю. Ну и люди, которые уже на протяжении месяцев четырех просят меня об этом, я думаю, тоже будут довольны. Здравствуй, Варл. Приветствую. Как твои дела? Я здесь уже 30 лет и, думаю, протяну еще десяток. А когда по воле богов придет мой час, мой ученик Энилрод будет работать в этой кузнице. Ну, на самом деле, ты уж так не говори, потому что, блин, Данмеры живут долго. Давай посмотрим, что там у тебя. Так, серьезно-то. Кстати говоря, у нас скоро будут готовы драконьи доспехи. Я не знаю, будут ли они тяжелой броней или легкой. Не знаю. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Так, что у нас тут можно продать? Да, в принципе, кераса и мага Сторма. Ну, она, я думаю, стоит гораздо дороже. Но я продам за 1200. Мне, в принципе, пофигу. Как бы деньги, они не пахнут. Тем более, что денег мне уже давно хватает, в принципе-то. Тяжелые доспехи, кому они нужны. Так, хорошо. И теперь я считаю, что нам нужно купить немножечко стрел. Вот, скажем, две мерзких купим полностью. Еще бы серебряных. Стальная, что-то как-то уже... О, эльфийская, тоже неплохо. Хорошо. Так, а что еще нам может понадобиться? Да, в принципе, знаете, я думаю... Мы... Одно удовольствие обслуживать такого клиента. Еще бы. Я спас твою шкуру, как и всех в этом мире. До свидания. Так что будь повежливее. Хорошо. Наконец-то мы беремся за это дело. Этот мир, повторюсь, я уже говорил, но реально стал очень и очень родным для меня. И я здесь неплохо ориентируюсь. Так, сюда я пока не могу пропутешествовать. Мне нужно... скажем, от конюшни или лучше от затопленной шахты проплыть. Хотя мои сапоги, не знаю, они правда работают через раз, потому что собирал их я сам своими шаловливыми ручками. Будут ли они работать, но если будут, то я пойду по воде. Да, работают. И вот оно. Уже одним своим видом оно как бы показывает. Парень. Полегче. Не ходи сюда. Здесь все будет очень плохо. Но когда это нас останавливало? Да, сапоги, по-моему, у меня крутые получились. Я напомню, я их сам создал. Я назвал Boots of Steel. Дюк Нюкем был бы доволен. На самом деле, сапоги, которые... дают мне возможность не тонуть в воде, назвать стальными. Это очень странное решение, но в этом весь я. Так, хорошо, мы прибыли. Как-то здесь все крючковато, пеньковато. Мне еще очень говорили многие, что сам по себе вот этот мир дрожащих островов, он очень красив. Посмотрим. Ого. Вот еще. Это неправильно. Безумие. Почему?
Почему? Все неправильно. Так нельзя. Не подходи ко мне. Я не хочу обратно. Не хочу обратно. Ты не заставишь меня вернуться. Я вас всех поубиваю. Вы все умрете. Держись подальше. Как? Это опасно. What? Каджитка вообще тоже не в теме, похоже. Я не понимаю, на чью сторону мне встать? Умри, имперец! Умри! Он не хочет погибать, да? Да, кстати, надо было подзарядить свое это. Кинжальчик. Так, я считаю, вообще надо кольцо снять, потому что с ним я просто ничего не вижу. Потом наденем. Ох, как ты быстро перемещаешься. Хорошо. Не знаю, зачем я это делаю, но он, очевидно, агрессивен и опасен. А опасные психи, они опасны. На твоем месте я бы держался подальше от этой двери. Никто из тех, кто вошел, не вышел обратно нормальным. А что это за дверь вообще? Не знаю, откуда она взялась, и знать не хочу. Те, кто вошел, вышли оттуда не такими. Меня поставили, чтобы предупреждать людей. Там опасно. А что с ними случилось? Разве не видно? Они тронулись, потеряли рассудок. Туда вошли совершенно нормальные люди. А вот это то, что вышло обратно. Я войду в нее. А, это твои похороны. Я стою здесь, чтобы предупреждать людей, а не удерживать их. Входи, а я потом посмотрю на то, во что ты превратишься. На самом деле, знаешь, я уже был знаком с Шиагаратом, когда во время моих странствий по Скайриму... Недостойный, недостойный, бесполезная человечина, ходячий мешок гуа. Капец какой. Но потом меня перенесло во времени немножко назад, и тут я смотрю, Шиагарат работает в полную силу. Что ж, бывает. Ладно, давайте пойдем и посмотрим, что же это такое. Подать мне защитника, разорвать моих врагов на части. Нужен смертный воин, что прорубится сквозь ряды супостатов. Что? Ну что ты, входи. На островах сейчас прекрасная погода. Идеальное время для визита. Ну пойдем. В конце-то концов... Шиагарат сам пустил меня. Садись. Какого черта? Пожалуйста, садись. Ну сел. Что ты хочешь? Да, чем могу служить? Полагаю, ты здесь из-за этой двери? Ну, рассказывай. Очевидно, она служит для того, чтобы войти. Потрясающе, не так ли? Да кто ты такой вообще? Я Хаскел, камердинер лорда Шиагарата. Знакомый. А что это за место? Это преддверие дрожащих островов. Преддверие в буквальном смысле. Дверь за моей спиной ведет в царство Шиагарата, принца безумия, лорда безвременья. Почему в Сирадиле появилась эта дверь? Потому что так пожелал мой повелитель. Она ничем не угрожает Мундусу, ни одно измерение не пострадало. Это проход, приглашение. Возможно, тебе следует просто принять этот факт и не искать в нем несуществующий смысл. Чего вы от меня-то хотите? От тебя? Не знаю. Мой лорд ищет смертного, который бы выступил его защитником. Что же до его намерений? Пытаться постичь их — глупое занятие. Его воля и желание неисповедимы, а его реальность воплощает их. Ты здесь по своей воле, тебя никто не вызывал. А люди снаружи? Они вошли в это царство без должной подготовки.
Теперь их разум принадлежит моему лорду. Как их можно излечить? Излечить? Ты говоришь так, будто они больны. Они просто перешли к другому состоянию бытия. Возможно, это тебе требуется лечение. И что теперь? Все зависит от тебя. Ты можешь выйти через ту же самую дверь, никаких последствий не будет, уверяю. Или же ты можешь войти в дверь за моей спиной. Если ты сумеешь пройти через врата безумия, возможно, лорд Шагарат найдет тебе применение. Что будет, если я пройду через эту дверь? Кто может сказать? В мире столько вариантов выбора. Царство безумия в этом плане не отличается от остальных. Твой выбор всегда за тобой. И попрошу тебя, определись с выбором поскорее. Я не могу надолго откладывать все остальные дела. Поговори со мной вновь, когда определишься. Я сгораю от нетерпения. По тебе видно, клоун, как ты сгораешь от нетерпения. Итак, решение принято. Пора определяться. Я сделаю это. У меня есть опыт решения таких вопросов. Замечательно. Уверен, мой лорд будет счастлив, если предположить, что ты сможешь до него добраться. Тебе нужно будет пройти через врата безумия. Да, и поосторожней со стражем. Он не любит чужаков. Приятного пребывания. Хорошо. Смотря остановилась. Это все очень странно, я считаю. Что? Что? Что это такое? Обалдеть. Здравствуй, дивный новый мир. Я на Дрожащих островах. Для того, чтобы встретиться с повелителем этого царства, мне нужно пройти через врата безумия. Ну так давайте заниматься этим. Как тут красиво. Ничего себе. Предел, южная дорога, холм самоубийств, рок еретика, хребет шутника. Ну ладно. Тут очень красиво. И это все, вот эти вот грибы, они напоминают о Моруинде. Так, о каком страже мне говорили? Надо быть поосторожнее, потому что сейчас вылезет что-то непонятное и поприветствует меня, я бы этого не хотел. Ты кто вообще? Какие толстокожие парни здесь обитают? Ты, может, успокоишься уже? Нет, поговорили бы. Хорошо. Все пока решаемо. Ничего дико сложного я не увидел. Громит. Щит Громита. На фалмеров похоже, да? Блин, весит. Очень много весит. Не буду я это брать. Ты прям как речной житель из Зооктулху. Не очень приятный на вид. Яйца. Ох, какая пакость. Так, хорошо, это что такое? Молодой болевок. Пакостное место. Мне оно уже не нравится. Не люблю всяких земноводных. Так, ну пока больше никого не наблюдаю, это, по-моему, положительная тенденция. Ничего, сейчас мы отсюда выберемся, и все будет как надо.
Я думаю, врата безумия — это то, что на выходе. А это что такое? Может, стоит посетить? Выглядит заброшенным. Офигеть. Да, мы явно не все родили. Зефиден. Что за Зефиден? Мне кажется, я совершаю ошибку. Нам, по сути, не сюда. И я что-то слышу. Так, тихо. Еще один идет. Может быть проблемно. Да ты успокойся. А их тут полно, да? Так, парень. Ты, я понимаю, чего ты хочешь, но ты этого не получишь. Иди сюда. Ну как, норм? Так, хорошо. Вы знаете, эти места что-то какие-то не особо гостеприимные. Кинжал. Да, отстойный кинжал. Стрела Громита на 12 урона. Вполне неплохо. Давайте уже наши стрелы чем-нибудь смажем, кстати говоря, потому что... Так, слабая. Ну, ладно. Я не понимаю, зачем я сюда иду, но, как обычно, я думаю, вот это вот любопытная Варваря на базаре. Нас оторвали. Так, подожди, где-то. Не буду я больше эти яйца брать. По-моему, это как-то слишком отвратительно. Давай. Так, тихо. Без нервов, родной. Насколько мне неудобным раньше казалось это управление, настолько же удобным оно мне кажется сейчас. Я уже настолько привык к нему. Кто-то в комментариях писал, что типа, если управление что-то не нравится, то поменяй. Нет, мне все нравится. Я привык. И куда же это меня приведет-то уже? Ух ты. Хорошо быть акробатом. Мне это больше, знаете, что я напоминаю Dark Souls почему-то. Это место называлось, по-моему, Колыбель Хаоса. Вот именно какое-то вот такое чувство дежавю. Там тоже, ну там лавы было полно, но как-то вот по ощущениям, по атмосфере было очень похоже. Именно вот эта вот общая атмосфера безумия. Тихо. Пальчик на ноге опять сломал. Я не знаю, зачем я сюда иду. Зефеден, бывший некогда шумным городом, бла-бла-бла, не успел почитать. Так, одного наблюдаю. Хорошо. Будет возможность, просто обойдем. Что нам с них? От тебя мы не обойдем, я чувствую.
не вошло. Хорошо. Матрица поножей безумия. Мне удалось найти необычный предмет, который называется матрицей. По виду он напоминает литейную форму и кажется магическим. Стоит расспросить окружающих. Вероятно, кто-нибудь на дрожащих островах знает, для чего он нужен. Хорошо. Возможно, за этим именно мы сюда и ходили. Дохни. Любопытное место. А это что такое? О! Вот это жесть. Напоминает древних жителей. Жителей древнего города. Из произведений Говарда Лавкрафта. Вообще, как-то вот это вот все напоминает именно цикл произведений этого писателя. Не знаю уж чем, но поверьте мне на слово, я вот прям реально чувствую вот что-то такое. Так, что-то как-то очень сложно это все закрыто. Учитывая, насколько я это все не люблю, я думаю, мы будем это открывать очень и очень долго. Да блин. Вот я не перемещаю, она сама перемещается. Поэтому мы сейчас... Блин, долго дуплиться будем, похоже. Хорошо. Да нет, я тороплюсь. Слишком тороплюсь. Я отвык это делать. Очень давно этим не занимался. Поэтому говорить что-то там о сложном, это, по-моему, довольно глупо. Я не хочу их открывать даже. Ну их нафиг. Так, и все. Это все подземелье. Похоже, мы сюда ходили чисто за матрицей. Да? Так получается. Если только вот отсюда каким-то макаром мы... Да нет, но вряд ли. Шлем часового. Тяжелые доспехи, которые весят не так уж и тяжело. Зато неплохая цена. Руда безумия. Обалдеть. Все новое, как будто реально играешь в какую-то отдельную игру. Это, по-моему, очень хорошо. Так, ну что, уходим отсюда и продолжаем как-то выбираться. Ну, я думаю, не зря сходили. Очевидно, не зря. Матрицу получили. Познакомились. Ох, а ты кто такой? Ах, пакость. Не люблю земноводных, ненавижу. Где-то его не видно. Я ж тут. Я слышу его, он где-то... Он туда ушел, что ли? Сейчас мы тебя выцепим. С вами скрылся. Вон он. Вот и все, пакость. Эх, не получилось. Так, болевок, понятно. Просто посмотрите на эту пакость. Ох, какой, ох, ох, пакость. Отдай мне жемчужину. Уходим.
Но на самом деле, повторюсь, мне понравилось. Хотя эти твари, конечно, они жутко отвратительные. Там еще один появился. Но я считаю, надо убираться. Потом уже по всяким этим заброшенным криптам пройдемся. Мне охота как-то познакомиться с обитателями этого мира. Причем я имею в виду не монстрятника, а именно обитателей. Да, офигеть. Стражи этого увидеть. Внушает это все, конечно. И вот это вот, мне кажется, предел, он именно как испытание для тебя. То есть сможешь его пройти, добро пожаловать в мир Шагарата. Но мы, я думаю, справимся без проблем. Эх, опять что-то все сломал. Хорошо, какими-то окольными путями иду. Так, получается... А вот мы как раз идем к выходу. Хотя, вот он, похоже, идет, да, поверху? Давайте как-то забираться. О! Да, мое мастерство в паркуре. Ого! Мне, конечно, тут помогает. Эй, ты, отойди отсюда. Мы сами справимся. Ну, справляйтесь, ладно. Что происходит вообще? Офигеть. Вы просто посмотрите на эту дуру. Сейчас ты упадешь и истечешь кровь. Я думаю, в этом... Да, то он же убьет их всех сейчас просто. Гигантский страж расправился с группой искателей приключений. Мне нужно поговорить с жителями Пасвали, прежде чем пытаться разделаться с этим существом. Так, отступаем. Ретрит. Кто-то? Я Филос Сарандас. Не дыши на меня. Что? Одна дверь ведет в земли мании, другая — деменции. Страж не пропускает туда тех, кому входить не положено. Что за Пасваль? Это весьма милое местечко. Не такое грязное, как другие. Чувствую себя местным. Этот пожилой человек в комнате из бабочек, он велел ждать тут. А что слышно в вашем странноватом месте? Старайся не сражаться с громитами в воде или в дождливую погоду. Похоже, им почему-то нравится влага. Они земноводные. Расскажи мне про стражек. Что мне с ним делать тогда? Жуткий, да? Джейрид собирается его убить. Не знаю как. Мне кажется, стража ворот уничтожить невозможно в принципе. Лады. Не трогай ничего. Привет, я Шелдон. Я здесь дольше всех. Вот почему я мэр Пасваля. Поэтому, а еще потому, что лучше всех подхожу на эту роль. Добро пожаловать в мой город. Расскажи мне про врата безумия. Говорят, ключи вшиты в тело стража врат. В сущности, это означает то, что ты не сможешь пройти через врата. Расскажи мне про город. Здесь почти никого не было до моего прибытия. Конечно, стоило мне обосноваться, как появились и другие. Не могу сказать, что это меня разозлило. Что слышно? С обесшкуренной гончей проще всего разделаться с помощью огненных шаров или хорошего оружия. Окей. Он охраняет врата безумия. Не подходи к нему слишком близко. Он убьет тебя. Опять в моем городе будет беспорядок. Джейрид Ледяные Нервы хочет убить Стража Врат. Это самоубийство. Ну, хорошо, значит, его стоит найти, здесь, думаю. Моя речь не слишком высокопарна.
Что? Чего они несут вообще? Так, хорошо, а где пасваль получается? А, вон там где-то, я его просто обошел, значит. Хорошо. А, вот он прям тут, да? Что это за дома? Погода противная какая. Фу, вот и город. Ничего себе городок. Обалдеть. Кошель гуляки. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Вы знаете, мне здесь определенно нравится. Атмосфера совершенно не такая, как в Обливионе. Хозяюшка, обрати внимание. Привет, я Дредвен. Когда я пришла сюда, в гостинице никого не было. Но они оставили после себя прорву вещей. Тебе что-нибудь требуется? Расскажи мне про врата безумия. У меня есть ощущение, что мне нужно там быть. Вот только не знаю, как попасть. Городок вообще... Что это за город такой? Я вступила во владение гостиницей, когда прибыла сюда. Здесь никого больше не было. Кроме Шелдона. Он говорит, что он мэр. Не стоит этому верить. Хорошо, про стражу что-нибудь расскажешь? Он защищает врата безумия и убивает всех, кто подходит слишком близко. Всех, кроме Ралмины Верним. Она сейчас наверху. Ну, хорошо, ладно. Так, а что у тебя? Эльфийская стрела. Not bad. Так. Вызов. Зомби. Пипец какой-то. Так, вот это вот вообще. Давайте продадим. Нафиг оно нужно. Так, хорошо, шлем часового. Да и в принципе норм. Береги себя. А ты себя. Я так смотрю, у вас тут мозги уже из ушей текут. Совсем что-то у вас. Все очень плохо. Так, хорошо, пойдем наверх, поговорим, посмотрим. Ух ты какой. Я думал, мне дадут переночевать. Или может тут это бесплатно. Да, похоже на то. Вот в такой дыре, конечно, деньги еще брать, это очень странно. Ой, какая-то жуткая. Ты испытываешь мое терпение. Так, что мы имеем? Очередное питающее надежды существо, кого еще не в полной мере коснулось благословения? Нет, не думаю. Искатель приключений. Как мерзко. Почему бы тебе не пойти своей дорогой? Расскажи-ка мне про Стража Врат. Страж Врат – мое дитя. Мудрость Шеогарата, возвращенная в лоне моего гения. Рождение его было кровавым и болезненным, но результат оправдал муки. Его братья были менее удачливы. Он не трогает тех, кто благословлен лордом Шеогаратом. А вот ты умрешь, если попытаешься добыть ключи у моего чада. На мне благословление Шеогарата. Ты? Ха! Нет, у тебя обычный психотип. Но я не принимаю решения. Дрожащие острова — это владение лорда Шеогарата. Я бы с удовольствием вскрыла тебя, чтобы показать тебе, сколь примитивно твое строение. Нет, тебе не войти. Тогда мне нужно убить Стража Врат. Попробуй, если хочешь. Поверь, когда ты умрешь, я найду отличное применение твоим костям и плоти. Ты она поехавшая. Ты не волнуйся, девушка, мы и не таких ломали. Повалим его на бок, сломаем ему... Ну, ты поняла, я найду дорогу. Ты меня утомляешь. Почему бы тебе не поговорить с Нанеттой? Она обожает болтовню. Мне нужно излечить ее от этой привычки и поскорее. Есть один верный путь отучить язык от болтовни. Вырезать его. Показать, как это делается.
Попробуй. Ты вообще что ли попутала, я не понял. Тебе. Не нужно насилия. А, вот как мы заговорили, да? Заткнись. Язык она мне вырежет. А, ты без сознания, с четырьмя стрелами в груди. Ты смотри, это же... О, какой пипец. Ты все поняла? Или еще вопросы есть? Почему ты непрерывно болтаешь языком? Заткни пасть. Так, хорошо, я думаю, она усвоила урок. Безумная дура. А, ну что? По-моему, это очень хорошо. Дополнение реально какое-то шизовое. И именно этим мне нравится. Атмосфера в игре очень и очень. А, ну что, с почином нас. Дрожащие острова объявляю откупоренными. Будем находиться здесь и как-то решать вопрос с этим стражем, но это будет уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.